было бы, наверное, кощунством и неправильно, если бы по приезду в Пхукет не съездить в Патонг. Я думаю, что люди, которые ездят в Таиланд, знают, что это и где это. То есть это мекка всех тусовок и вообще всего абсолютно. То есть находится практически в центре острова, не в центре, но все сюда, короче, едут, просто все тусовщики. Тут, короче, все эти клубы ночные, абсолютно все. И мы решили на наши последние недельки уже перебраться сегодня на один денек сюда. Даже сняли апартаменты, сейчас я их покажу. Я на самом деле рад тому факту, что за 8 фунтов, это стоило 8 фунтов в день, мы получили довольно-таки сносные и чистые апартаменты. Где Wi-Fi? А где этот модем? Там на карточке. Короче, за 8 фунтов мы получили очень светлую комнату. Чистую. Айо, где Wi-Fi? Гигантская кровать. Реально такая же самая, что у нас на Бали была. С таким же самым постельным бельем. Такой небольшой закуток, где можно посидеть, позавтракать. Телек есть, еще не проверяли, правда, каналы. Маленький холодильничек, вещи положить. Там есть небольшой балкончик, где посушить вещи, если кто-то курит, покурить, руки помыть. Вида, конечно, нету никакого, но как бы нам для одной ночи, в принципе. И туалет с ванной. Чистенькие, насколько это можно было вообще держать в чистоте. Блин, за 8 фунтов. Я говорю, 8 фунтов в день, это в месяц 240. И это без учета скидки. То есть, когда ты берешь на месяц, обычно еще скидки какие-то дается. То есть, это может выйти в конечном итоге 200 фунтов в месяц. Просто прожить здесь, спокойно протусить и вообще не париться. Да нет. Винтишься с катушек в такой комнате маленькой. Просто месяц тут протусить. Это коробочка. Коробочка, не коробочка, но мне кажется, что мы были в худших каких-то апартаментах за те же самые деньги. Первый раз в жизни нам поставили слоника, а не какого-нибудь... Как-то так. Чайничек, шмайничек. Кружечки, шмужечки, кондиционер, все есть. Что еще надо? 10 минут до Бангла Роуд, где все вот эти тусовки, вся движуха происходит. Как в больничке. И опять же 10 минут, но в закутке и тихо. Смотри, как в больнице. Люди заснут, пока тебя смотреть будут. Вот я интересная. Да. Все. Ты стесняшечка у меня? Да, концерт окончен. Все, хватит. Все, хватит, говорю. Но папарацци! Папуасик, тебе нравится тут? Да, нормально. Что ты меня папуасиком называешь при людях? Все?
Доброе утро, вернее, добрый день. У нас сегодня счастье приварило прям. За последние 5 дней первый раз типа солнце. Наконец-то нет дождя, мы можем выбраться куда-то, хоть что-то поснимать. Карина инвентарь все подготавливает. Боится, видимо, что мы попадем под дождь, как обычно это у нас зато получается. Зато когда я его одеваю, дождя нет. Да, два раза одевала, не было дождя. Не одеваем, просто приезжаем домой, как с ведра. Надо каждый теперь день, когда это солнце, как-то планировать что-то, куда-то ездить, потому что иначе, ну, вообще ничего не посмотрим. А еще мы, может быть, потом заедем и покушаем вайки. Фрикаделек с пюрешкой, я соскучилась. Да, кстати, такие было, мы ее видели. А Карина у нас фанат этих фрикаделек. И тортик у них классный. В общем, хавки вот этой вот столовой от IKEA. И заедем, посмотрим. То же самое у них в Тае и чуть-чуть другое. Перекусим, ну и как бы и все. Блин, надеюсь, погода будет хорошая. Реально, настроение уже никакое, потому что ну, ты просто тупо сидишь дома. Ты заплатил бабки, и ты тупо сидишь дома. Можно было бы найти там и деньги, поехать и куда-то в другое место или, не знаю, даже в другую страну тупо. Просиживать дома мы можем и дома, в Латвии. Выбрались, короче, на завтрак сегодня. Прикольное такое местечко. Выглядит очень цивильно, называется Tequila Lines, короче. Не, называется Юнис, ресторан. Ну, короче, вывеска вот такая. И у меня вчера такое небольшое ЧП произошло, позавчера, вернее. Я купил адский острый рис. Ну, я любитель вообще острого. Я, короче, его съел, и я второй день маюсь, и я вообще ничего не ем особо. Ну, то есть я могу есть, но у меня ходит сразу же. Поэтому сегодня мы на фруктиках, короче. У меня есть 15. Я пойду писать. А вот такая красота. Буквально 25 минут от нашего дома. Это называется... Это, господи, вот не русский. Это место называется мыс Промхэп. Самая южная точка острова. Выглядит это примерно вот так вот. Бирюзовая водичка, горы. Котик мой. Очень чистенько прибрано. Ни машины, никакой транспорт заехать сюда не может, поэтому, ну, по идее, чисто.
большая парковка, вот длинный коридор и наш вход в квартиру. Вот зашли мы в нашу квартиру. А вариант был тоже бюджетный, так же как и с Бали. Мы не стремились найти что-то большое, просто чтобы была кухонка, где поспать и душ с ванной. Кухня обязательно, потому что мы остаемся на месяц, и постоянно питаться где-то вне было бы дороговато, поэтому мы решили все апартаменты брать с кухни, чтобы можно было дома готовить и сэкономить денежку, где можно. Сейчас покажу наши апартаменты. Вот, как только заходишь в квартирку, стоит холодильник, небольшой, но есть морозилка, питьевая вода, по-правному мы здесь не пьем. Морозилка с курочкой, с овощами, в общем, мы сами, потому что, как я говорила, готовим уже. Вот, и храним буквально все абсолютно в холодильнике, начиная от яиц, мяса, заканчивая сухими спагетти и картошкой, все абсолютно все, потому что здесь очень много маленьких муравьишек, которые просто налетают на еду, поэтому нельзя абсолютно ничего оставлять вне холодильника. Есть шкафчики вот такие, но опять же, там насекомые, и мы просто там ничего не храним. Вот. Все самое главное есть микроволновка, тостер, есть чайник. Если с кухни, сразу направо ванная с душем. Вот. Небольших размеров, но хватает. И в азиатских странах у них беда нет, у них есть такой кранчик. И вот наша комнатка, гостиная-спальня, большой-большой шкаф. Вот, абсолютно все туда вместили, и одежду, и чемоданы, зеркальце, тоже полочки всякие. Телевизор тоже с русскими каналами, есть и первый канал, и Россия. Книги там какие-то оставили нам. Вот столик. Мы обычно здесь завтракаем, потому что, как я уже говорила, у нас эти насекомые, и поэтому вот на этом диванчике мы особо не заседаем, иначе они кусаются. И вот кровать. Угу. Видно и по мебели, видно и вообще, в принципе, по состоянию квартир, что особо за ней здесь не следили. Но, впрочем, в принципе, уютно. Единственное, что вот мебель темная, для нас это немножко не наше, мы любим, когда все светленькое. А так уютненько, миленько. Мы только заехали, я Вите сказала, посмотри, такое ощущение, что ты вернулся, я не знаю, на 10-15 лет, и ты приехал к родителям на дачу, потому что, опять же говорю, мебель темная такая, вся немножко такая потрепанная, и постельное белье тоже. Но ничего, нам уютно, нам хорошо. Если идти с гостиной, балкончик, все подвину, потому что у меня всегда проблемы, я бьюсь об эти деревянные палки головой, Витя тоже. Вот балкончик, мы изначально, когда мы сюда приехали, мы поставили сразу столик сюда, чтобы сидеть, но была неделя дождей, и мы решили убрать, потому что он начал сдуваться. Вот, поэтому сейчас на балконе мы сушим вещи только, в принципе, пара стульчиков есть. Я сегодня с утра здесь чай пила. Вот. С балкона видно бассейн и видео бассейне. Море. Вечером видно закат, небо краснеет, безумно красиво. Прям сидишь, наслаждаешься. Насчет бассейна, у нас еще есть второй бассейн, он на 6-м этаже. И вот, да, насчет второго бассейна, он находится на 6-м этаже. Он не такой глубокий, как этот, поэтому Вите особо там не нравится. Он любит поплавать, чтобы и глубоко было, а мне просто в водичке посидеть. Вот, и я обычно там наверху, потому что там и вид красивее, мне кажется, и площадь побольше, и лечь. Можно выбрать, куда лечь, потому что здесь у нас снизу только буквально одно маленькое местечко, куда лежак поставить, и все, и виды так себе тоже настройку, а сверху очень красиво. Ну, если подытожить, мы, в принципе, довольны квартиркой. Было пару проблем, когда мы только заехали, были проблемы с интернетом, его не было, Вите пришлось идти вниз разбираться. Поругался немножко, потому что не хотели делать. Вот, были проблемы с горячей водой, надо было тоже звать мастера, ну, вроде все сделали на следующий день, все в порядке сейчас. И насекомые, вот эти маленькие, от них просто нет отбоя, они везде.
нельзя позавтракать нормально, потому что они сразу бегут в тарелку, они по тебе ползают. Они малюсенькие, но их очень здесь много, и чуть ли, если ты уронишь крошку, то все, они соберутся там стаей этой. Вот, и тоже одна из больших самых проблем здесь, это то, что очень пахнет канализацией и ванной. Из со стоков именно вот этих вот. Я думаю, что это все-таки проблема в принципе азиатских стран, потому что ну, здесь дико жарко, и я думаю, что проблема именно в этом. Такой вот вид с одной стороны. Джунгли, джунгли, джунгли. И вот там вот, вот там на горе, на самой вышке, ну отсюда, даже выше, потому что отсюда сейчас Будду не видно. Вот был тот Будда. И мы взбирались вот через все вот эти вот, короче, заросли и прочее. Адская хрень. Но это не значит, что вам не стоит пробовать. Офигенный опыт на самом деле. Тем, кто любит полазить где-нибудь, просто найти что-то интересное, новое для себя. Блин, прикольненько.